так случилось? Нет? Ну, надеялись. Как вам встреча? На самом деле, да, не совсем с нашей стороны все было то же самое. Вообще. С нашей стороны все было то же самое, только мы постарались как-то все-таки поплотнее сыграть в районе штрафной площади своей, потому что вчера мы там очень много позволили в конце первого тайма сопернику. Сегодня, думаю, что в этом компоненте добавили. А так, в принципе, мы делали все то же самое. Задействовали всех игроков, играли в давление, старались не перевозить на свои полы. Ну, пытались что-то выжать со стандартов. Что-то опять выжили. В принципе, ребята отдавались, скамейка жила. Нормально было все. Приятно. Всех с победой. С победой. Почти с победой. Для нас ничья почти как победа. Мы и хотели, надеялись, вернее, взять, попытаться что-то взять на выезд.